Огненный Хай, с вами Инферно, и это Хандаун, вторая миссия. Продолжаем проходить, давайте загрузимся. Леонтьев, ну похож на Леонтьева, что не скажешь. Так, давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Отлично, отлично. Мы в прошлый раз победили сладкого ангела, или как он там? Так. Вот это мы все смотрели, уже на 16% я выполнил. Отлично. А, это следующая миссия, да? Следующая локация, стройка и ночной город. Понял. Мы сейчас находимся, значит, вот здесь, вот в первом. Ах. Удлум Долс. Так, поехали. Значит, у нас этот Свит Энджел поражен. И сейчас у нас будет Сид Хэнцом. Эх, не посмотрела, кто это такой. Ну да ладно, разберемся по ходу дела. Играю я на самом сложном уровне, напомню. Уровень хард. Здесь всего 3 жизни. Очень опасно. Но мы играть можно. В принципе, играть можно. Главное туда не упасть. А, я думал, здесь яма. Ох, ничего себе, в упор вынес 2 мне. Ладно. Музыка, четенькая музыка. И понял, нормально. Пока живем. Так, это кто такие? Эй. А, посмотри, это Bounty Hunters. Дай мне кей. Мне нужен этот чемодан. Ой! Я чуть не слился. Я был на грани сейчас. Был на грани. Тихо, тихо, тихо. У него патроны как-то летят, непонятно. В диагонали. Так, дробаш возьмем. Какие-то... Ты мне бы жизнью хотя бы одну. Спасибо. Вот он с чемоданчиком стоит тут. А-а-а! Ничего себе, он меня завалил. Ладно, продолжаем. Все-таки уровень сложный, тут не расслабишься. Надо поаккуратнее тут играть. Очень аккуратно надо тут играть. А, это вот от него патроны так летят криво, да? Так, там, по-моему, был этот. Это ж коллектор, я нашел один. Добрали, идем дальше. Эй. Передили. Так, а это что за тут? Вместо дробаша, что ли? Давайте проверим, как это работает. С одного удара, кстати, вырубил. Не, ну для ближнего боя не пойдет. Надо мне для ближнего боя все-таки дробашом-то получше был. Даже могу спрятаться, да? Очень чекпоинт. Так, я вижу, что о,
Чего один чемоданчик? Интересно, что за чемоданчики? Пока не пойму ничего. Да ладно. Live Music Bar внизу. Live Music Bar. Ровка. Нет, ну, палаш-то предпочтительнее, я думаю. Так, я вижу, что происходит. Жизни-то мало. А вот еще один, кстати. Как туда... Подожди, а как туда забраться? А. Подождите, а как туда забраться? Тара. А, можно гитарой бить. Не, ну калаш-то я возьму-ка. Пойду-ка я жизни возьму. Не буду рисковать. Из жизни были наверху. Я допрыгну, конечно. Так, идем сюда, проходим. Какой он хитрый панк, а? Прям прячется. Надо просто идти вот так вот без остановки стрелять. Слышно, как вентилятор крутится. А вот и босс. Вот его место тут. Даже тут себе баннер повесил наверх, чтобы было понятно, что это он. Мои кулаки очень сильны. А, он чисто так вот, да? Даря, чисто по ближнему бою. Все, как он сильный. Давай, давай, иди сюда, поднимайся. О! Спаси. Ах ты ж. Он быстрый, а? Кстати, вот здесь хорошо его мочить. Что это такое? Что это такое? Фига себе. Ты давай бросай гантели там. Слушай, они еще отлетают, что ли? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А, по голове прилетело. Блин, я еще в кнопках путаюсь. О, вот черта. Ну за, ну давайте, чумы. А ты? Кнопках запутался. Здесь вот хорошее место было его валить. Ой, его гантели, конечно. Мешит, конечно, меня это. Он что, полной жизни восстановил? Давай. Oh.
Так вот надо было сразу действовать. Ух ты ж! Так. Айё. Ай-яй-яй, ошибка. Опять ошибка. Наверное, я не выживу тут. Сложный, сложный уровень. Не могу я его никак победить. Хорошо, что чекпоинты есть. А чё, он сдевает, что ли? Ну, сейчас я его должен победить, по идее. Прыгай сюда. Прыгай сюда. Давай сюда. Ох, ты ж по голове прилетело. Главное не ошибиться мне. Было сложно. Bounty collected. А чё ж я тот чемодан не смог взять, кстати? Я так и не понял, как его брать. 4 жизни мне потребовалось, да, по-моему, чтобы пройти. 11 минут. Ну ладно, пойдет. Так. Следующий босс — Bad Boy Bob. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в третьей миссии. Пока.